чьи эмоции, тем больше это все обсасывается. Ой. Ты на нее орешь, а меня унижает, что у него на тебя эмоций нет, на нее есть, на тебя нет. Ты хочешь, чтобы я на тебя порвался? Ты не понимаешь, о чем речь вообще? Я понимаю. Но ты же понимаешь, что я понимаю, я тебе говорю, замутила всю историю сегодняшнего утра ты. Я? Да. Ты что, ты издеваешься? Я сейчас с Ритой, я с Ритой братья? Нет. Так разведись с ней. Не нужно приходить в спальню и говорить, что будешь все за волосы таскать. А я говорил, что за волосы будут таскать? Да, на кухне. Ну, если, подожди, она после чего ей сказала? После того, как она начала со мной разговаривать, не очень красиво. Ты просто даешь ей эмоции. Ты просто приходишь, начинаешь на нее орать. Садишься, что из нее лично. Ты не знаешь, что тебе не хватает внимания, ты мне скажи. Я еще ее вообще тогда буду. Я вообще у тебя внимания не вижу. Нет, не видишь внимания от меня? Как тебе то, что Полина заявила Ивану? Своё возвращение в женскую комнату. Я в шоке. Я там еще хотела высказаться, мне не дали идущие слова, что я, ты знаешь, их пару поддерживаю. Но то, что она так раскидывается своим мужиком, для меня это странно. Вот я считаю, что в любой ситуации она должна была топить за него. Вот что бы он неправильно бы не делал, при людях топить за него. А вот когда отойдет, можно ему сказать, мне это неприятно. Для меня то, что она от него вот так вот отказывается на лобном месте, прилюдно, это странно. А тебе не кажется, что у Полины нет к Ване чувств, раз она так легко от него отказывается? Я думаю, что у нее есть к нему чувства. Она просто такая женщина, которая очень, знаешь, пытается не расстилаться слишком, но иногда как будто перегибает палку, потому что ей так важно, что они думают, что ее не осудят или что-то такое. Ну, понятно, важно. Ты же знала, куда ты идешь. Да, но видишь, она сама... Постоянно думает, как ты там будешь выглядеть на экране. Это очень глупо, на самом деле, приходя сюда. Очень странно. Я очень удивила ее поведение. Реально. Причем я сама, она говорит, вы что, ничего не делаете? Я говорю, там, поддерживаю его. Я о чем говорила? О том, что она постоянно с ним во всем соглашается, не проявляет некой такой ревности, эмоций. А вот оно и случается, что раз отсел, раз потом разъехались, раз разошились. Так, ну что я снова с вами, ребята? На! Потому что она расставаться нормально умеет.
начала меня опять парафинить, то, что и гниль кончила. Я говорю, ты нормально расстаться можешь? Она удаляет. Я говорю, ну давай заблокируй туда. Она заблокировала, все. Ситуация какая-то. Ну, я написала, что ты написала первое сообщение вот это. Нет, она нет, я в своем канале написала, я тебе скажу. Она вообще хотела вернуть Никитоса. Она прям, да, писала ему в переписке, мне жалко. Я тебе не очень кормлю. Он говорит, нет, я тебе не верю. Она обиделась, потому что он не пошел на тверк. И начал просто его парафинить. Да, потому что обиженка, обиделась. Это реально обиделась. Да. И сейчас она ведет себя как обиженная девочка. У тебя есть чувство к Рите? Нет. Скажи правду. Говорю правду. А почему ты на нее срываешься? Я не срываюсь. Я борюсь с ее враньем, которое она несет здесь. А можно ее избегать, игнорировать? Я бы с ней сегодня не разговаривал, если бы ты сегодня не замутила все это. То есть ты с ней общаешься и кричишь на нее из-за меня? Я не из-за тебя, из-за развода, из-за вранья, которое она здесь городит. Объясняю тебе. Ну пусть городит, если мы его игнорировать, это будет не лучше. Так ты сегодня это же придумала, я тебе сказал, иди разберись, ты же не смогла даже разобраться. Солнышко, почему ты создаешь мне проблемы? Я еще создаю. Почему я должна разобраться с твоей женой? Почему ты мне создаешь проблему, что не поддерживая меня в том, что Ваня, я только тебя на этом проекте поддерживаю. Даже если будешь вообще просто крайне неправ, я буду стоять за тебя горой. Я поддерживаю. Я тебя поддерживаю. Я вижу, как ты съезжаешь от меня, как ты каждый день. Я съезжаю, чтобы ты разобрался, потому что ты меня унижаешь. Чем я тебя унижаю? Своё поведение. Как это касается? Твоя жена? Какая она жена, это фиктивный, правда? Я понимаю, но она врет, а ты даешь реакцию. Да и что? Давай игнорировать ее. Давай. Можем просто, как будто ее не существует. Абсолютно можем. Не общаться с ней, не таскать ее за волосы, не материть. Просто ее не материю, не таскаю. Пусть идет к Мандезиру, к не знаю, кому хочет. Тебя это будет трогать? Не допустим. Если она ляжет с кем-то в кровать, тебе будет больно? Не беспокоит. Тебе плевать? Абсолютно. Вот давай игнорировать. За 1-3 месяца пройдет, а там уже идет. Я хорошо, я обещаю. Проявление его там всего каких-то вот игрулек, вот этих вот к девчонкам. Вот я, честно, уже вздрючила за это. Уже по шее раз 10, грубо говоря. Не то, что по шее, но я бы уже, наверное, показала, что мне это нравится, не просто там. Ну, мне это как-то вот неприятно. Раз и схавала все это. Вот она так будет все эти ситуации хавать. Не знаю, но я бы на ее месте, может быть, даже хавала еще больше, но потому что я сильно верю. А зачем? Своего мужика при людях всегда надо поддерживать. А я надо поддерживать, это другая ситуация, с чем хавать. Вот знаешь, что это все таких отношений, что нужно хавать что-то. Потому что ты потом за тебя перестала стоять, и все. Я бы тоже пошла бы, поговорила бы с ним. Мне очень, конечно, удивительно ее решение по поводу переезда, потому что реально он здесь будет постоянно тусоваться, а они еще больше с ним пересекаться. Но это странно, вообще странно. Но хавать... Ну и понимаешь, я еще имею в виду, что хавать на людях, казалось бы, так. То есть я думала, может быть, ему бы ставила, не может быть, а точно ставила, когда никого рядом нет. Но на людях надо было его поддерживать все время. Вот что бы он ни делал, говорить, да, правильно, я за своих мужиков. Ты же понимаешь, что у меня с ней лучшее сейчас отношение после этого? Я подтверждала, что твоя Я хочу уйдушись. Так, что все происходит? Просто я буду больше подходить, потому что ты как-то эту ситуацию, ну, знаешь максимально. А что спросить? Что происходит? Какого хрена? Ты даже почему все поводится? Не могу тебе верить. Я... Нет, мне не могу тебе верить. Не знаю, у меня в голове все то, о чем мы с тобой говорили, и я не представляю, как я сейчас вот так пойду и без нового жопу буду вас спрашивать. Извини, да я не хочу вас спросить, как ты это состояние, как ты типа поделить, не имеет так, не поделять, типа. А что? Типа, ну, не знаю, даже, опять же, люди подписаны. Признать, ну, даже тоже все, что он не заживет, ну, что все это видели, зачем, что это чего. Я за это буду. Куда съедешь? Давай, давай. Я буду что? Твоей подружке. Облизывать свою женскую спальню до конца. Я смотрю, вы с Риткой нашли вообще из загнанных лобных. Реально очень смешно было. Защищает меня. Вот к чему это? Слышишь, вот ты реально один останешься. Ты думаешь, я от тебя не уйду, я уйду даже глаза не могу. Ты пойдешь. Вот я один раз тебя предупрежу, потом молча вещи соберу, я тебе клянусь. А я тебе скажу. Я молча соберу вещи и уйду. А я тебе скажу. И никто меня не остановит. А я тебе знаешь, что скажу? Вот видела, что все. Да. Не вернешься.
найдешься больше никогда. Никогда в жизни даже похожей не найдешь. Выжить со своими девчатами. Тупыми алкашками, которые тебя изменяют. Я посмотрю на тебя. Когда буду здесь стоять. Когда буду стоять. Пустите обратно. Кому? К тебе? Угу. Можешь плакать. Плакать буду? Чего это я буду плакать? Потому что ты знаешь сам прекрасно, что никогда в жизни не найдешь. Почему вот так все говорят, люди на планете? Лучше меня никогда в жизни не найдешь. Лучше найдешь,